Вы правда думаете, что сами принимаете решение, как одеваться, что есть и куда пойти сегодня вечером? Крупные производители и целые государства тратят миллиарды, чтобы стать царями в вашей голове. Эта стратегия никогда не скрывалась. Считаете это возмутительно? А вы уверены, что это ваше собственное мнение? Документальное расследование. Промывка мозгов. Технологии 21 века. В пятницу в 20:00 на РЕН-ТВ.